Если попадете. Идите в жопу, я не хочу с вами играть. Какие-то уроды. А ты давно в дымы свалил, да? А ты стоишь, постреливаешь, пока меня разбирают? Ага. Нет, я стреляю. Я-то свечу сюда. Опа, вот он наш друг. Шел нахер в ангар. Ишь, друга. Тогда я уже по нему стреляю. Жопа. Он Отлично. такой мягкий, вкусный друг. Эх, дамы господ. Что творишь? Как это? Спрячусь в этот дым. А, бум. Сорвался. А вот наш друг сторожевой прячется. Чипсы на меня. О, хрен его гад не забрал, а вот скажите мне. Это бот на меня идет или нет? Ух, непонятно. Маневрирует. Подводная лодка опять здесь. Да. Будем бить наверняка. Это бот. Это бот, это бот. Пока. Пока. Давай. Опа, опа, опа. Не-не-не, ты чё? Банутый, что ли? Он пока, уклонился. Да-да. Отмансился он, нахуй. Красавчик. Неси вот от этого, пока. Сука. Я да, да, уклонись от этого. Отлично. Так, а что у нас? О, мы убили человечков. А и нет, что, он Сент-Луис есть. Сент-Луис, да. Миказа и какой-то флюстер. Ну, если о, там хотите сожрать нашим. Почему так? Это, по-моему, бот. Бед. У нас людишек осталось. Вон этот дерзкий. И мы, кстати. Падла. Ну они если линкоров за суд выбивать. А, у Миказы человечек, да? Человечек, человек, подожди. Давай, манси. Уляк. Мансил. Вот, смотри, сколько у него красивых флагов. Я как бухой, наверное, тоже сейчас начал разговаривать. Так, кто? А, вон Сент-Луис. Сент-Луис прячется от нас. Точку отжимаем. А, нам же надо нагнуть это по-жесткому. О. Ну нам, мы же звезду отряда хотим, все три. А, ну да. Опа. Князь Суворов, мистер Призрак. Это как мистер Президент. Я сейчас него... я его за торпедами заберу. О, ёпка. Да-да-да. Я как раз заряжен. Я ему все засуну. Уже не поворотлю. Ага, ага. Я ему два пуска сделал на всякий случай, если ты не засунешь. Ой, твои торпеды я собрал. Все, блядь. Все причем. Да нет такого расстояния, блядь. И не убил, прикинь. А он за топом. Я тогда с чаю твой фраг, бля, нефиг. Я не с чаю. Попробуй. Пробиваю. А кто меня светит? Он, блядь, хилится, этот обезьяна. Блядь, жалко, я твои торпеды съел. Не, ну посмотри, у него там оставалось копейки. Я пробил его.
куда-то в трубу. Блин, сейчас не говорите, что мы еще и сосали. Да, Саныч. Так, надо перерваться на пару минут. Что из торпед не забрали, его охереть. О, контейнер дали. Только сейчас. Пять побед у нас. 25. Кстати, смотри, на четверках у нас, блядь, нормально было. Ну, победы шли прям хорошо. Может, какие-то тройки попробовать? Нас все равно к тройкам забрасывает. 5 секунд, минут. А итальянская это тройка, она нормальная вообще? Любитель, жетоны. Я не знаю, честно говоря. Зачем нам тройки? Я откачу на 5. Давай. Опять Невский приехал. Торпеду уже дали призыв. И перезарядка у них 51 очков. Сука, не хочет Кремль гореть, вот и все, хоть выебись, блядь. Вообще команда играть не хочет. Заняли 3 точки изначально. 3. Выгнали всех. Они в углу там как-то скооперировались и потом забрали все наши точки и выгнали всех наших. Бред какой-то. Причем со мной рядом линкор и крейсер Павел. Никуда не ходили.
всем пока. Я тут. Блять, аж палец устал. Нажимай там. Шесть купонов есть. Купоны сэкономили. Вот как-то для меня.